Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. В этом ролике я вам покажу новую систему автобусников, потому что там поменяли маршрут, добавили новые электробусы. И мы сегодня посмотрим, как это все выглядит, и поработаем 1 час на электробусе, и посмотрим, сколько мы сможем заработать. Поэтому видосик обещает быть интересным. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но для тех, кто еще не играет на проекте, конечно же, есть мой промокод. Его можно вводить на любом серваке до 5 уровня. За этот промокод вы получите 350 тысяч. Поэтому вводите, качайте уровень и получайте свои деньги. Ну а я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех отнял, приподнял, погнали! Ну что ж, ребятки, вот я уже прибыл на новый вокзал в городе Южный. Короче, пацаны, эти электробусы можно брать что в Батырево, что в Арзамасе, что в Южном. Вот получается, вот так вот выглядит электробус. Вот такой вот он огромный, большой, красивый. И он доступен 15 скилла автобусника. 15 уровень, у меня есть автобусника. И сегодня мы посмотрим, сколько этот автобус вообще в принципе едет и сколько на нем можно заработать. Ага, у меня еще прав нету, ебать. Рот. Вот это я вообще молодец. Но сейчас исправим ситуацию. Плата за один чекпоинт 528 рублей. Стоимость аренды транспорта составляет 3000 рублей. Тип маршрута городской. Маршрут транспортного средства по городу. За один чекпоинт мы будем получать 670 рублей. Междугородный. Ага. Вот в чем прикол. Смотрите, то есть на обычном автобусе я получаю 528 рублей за чекпоинт, и я могу ездить только в Южном. А допустим, на вот этом автобусе, на электробусе, я могу передвигаться Южный Арзамас. Если что, я работаю без X2, то есть X2 нету. Сегодня понедельник, поэтому X2 дня нету. Мы посмотрим, сколько я заработаю, и потом просто умножим на 2. Давайте сразу тогда время засекаем. Время сейчас 8:22, то есть в 9:22 я должен буду закончить работу, и мы посмотрим, сколько я заработаю. Так сказать, чтобы не терять время, все-таки я уже выехал. Бля, кстати, меня может крашнуть же, ебаный рот. Меня реально может крашнуть, и это будет на самом деле очень печально. Ну, попробуем, я не знаю, если будет краш, пацаны, то, увы, как бы, я с этим ничего не смогу поделать, тогда просто посмотрим эту работу. Я с этим ничего не сделаю, реально. То есть, если мне крашнет, мне придется заново работать. Будем пока что надеяться на то, что ничего со мной не произойдет. В целом, автобус едет 118 километров. Я на самом деле не помню, сколько это обычный автобус, но мне кажется, можно было немножко побыстрее сделать его максималку, но так в целом выглядит реально неплохо. Но выглядит реально неплохо, по управлению тоже очень все даже удобно, комфортно, никакого дискомфорта я не чувствую. Мне нравится, маршрут реально такой интересный. То есть мы едем сначала через второй выезд Южного, и теперь едем в сторону Бусаева. Мне, конечно же, выдали скилл для ролика, то есть я сам его не вкачал. Но если бы я вкачал бы, реально, работа в принципе несложная, просто по чекпоинтам катаешься. По сути, те же самые, знаете, дальнобойщики. Тоже с одного места едешь в другое. Вообще, по факту, можно реально вкачать 15 скилл, потому что на выходных мы будем зарабатывать в 2 раза больше. Кстати, наша первая остановка, то есть до этого остановок не было. И на самом деле круто то, что они сделали то, что автобус теперь ездит по факту по всей области. Сейчас проезжаю недалеко от Сина, и меня может реально крашнуть. Будем надеяться то, что этого не произойдет, потому что, я так понимаю, это не пофиксили. То есть, что раньше крашило из-за Сина, я думаю, сейчас та же самая ситуация. Если крашит, то пойдем попробуем поработать на обычном автобусе, потому что там также поменяли маршрут. Тем временем, кстати, я уже добрался до, получается, Лыткарина. Реально, они очень сильно поменяли маршруты на автобусах. То есть, ну, раньше я тоже как бы можно было в Лыткарина попасть, но не таким образом. Через Бусаева раньше вообще автобусы не ездили. Сейчас они реально полностью переделали все. Уже немножко зарядочка ушла, но в целом как бы нормально. Тем временем мы заработали примерно
Ну, 35 тысяч мы заработали, реально. 35 тысяч это за сколько? За 7 минут. За 7 минут 35 тысяч. Ну, я не знаю, короче, сколько мы заработаем, но я думаю, где-то 200-300 тысяч мы можем заработать. То есть, если в X2, мы можем заработать 400-500 тысяч. То есть, это уже нормально, пацаны. Пока что меня не крашило, слава богу. Потому что, если крашит, то это все, пацаны. Это реально будет габело. Потому что полностью мы не сможем проверить, сколько можно заработать за час. Хотя мы, кстати, можем посчитать, сколько мы заработаем за 10 минут, и потом это умножить на 6. И получится эта сумма. Но это уже будет в крайнем случае. Я думаю, те люди, которые любят покататься на автобусе, я не знаю, есть такие или нет, конечно, но, наверное, скорее всего, может быть, есть. Те, кто любит реально покататься на автобусе, вам прям реально зайдет. То есть на электробусе реально можно с кайфом ездить. Опа, дождь пошел, заебись. Хотя на FPS он, в принципе, не влияет, но дождик реально зачастил. Просто он еще такой громкий. Я надеюсь, то, что вам он меня перебивать не будет, потому что сам по себе он реально очень громкий. Ну что ж, ребятки, вот я полностью, получается, закончил круг. Я в шоке просто. Я думал, то, что это будет дольше, но по факту, то есть я реально очень быстро это сделал. Блядь, спасибо тебе огромное, сука! Ну, блядь, сука, ну пиздец. За один круг мы получаем примерно сколько мы получаем? 40 тысяч, давайте округлим. Ну, видите, как бы меня крашило, я с этим не могу ничего, блядь, сделать просто. Итого мы получаем за один круг без X2 240 тысяч. То есть с X2 мы можем заработать примерно 400-500 тысяч. Извиняюсь, пацаны, то, что я вам полностью не смогу показать, сколько можно заработать за час, но я думаю, вам и так понятно, то есть, понимаете, я просто последнюю метку приехал, и меня крашит просто, блядь, крашит. Ребятки, я очень сильно надеюсь на ваше понимание, но вы сами видели, то есть, я был готов реально работать час и вам показать точную сумму, сколько бы я заработал, но, к сожалению, меня просто крашило. Да, я мог бы сейчас сесть, поехать обратно работать, но вы понимаете, то, что, ну, это было бы уже не то. То есть я потеряю время, пока я туда доеду, приеду, там и так далее. То есть я думаю, то, что для вас и так хорошо, то, что я вам показал, как вообще выглядит эта работа, что изменилось там и так далее. Я примерно посчитал, реально за час можно заработать там 240-260 тысяч, плюс-минус. То есть в X2 вы сможете заработать около 500 тысяч рублей. Я дико реально извиняюсь, пацаны, то, что как бы я не до конца довел это дело, но реально крашло, я с этим ничего не могу поделать, то есть, да, я мог бы сейчас заново взять автобус, поехать, но не факт то, что у меня не крашло через 10 минут, через 15 там и так далее. Ну что ж, давайте возьмем обычный автобус, получается, маршрут у него городской по городу Южный. А, кстати, максималку сейчас проверим, какая максималка больше, на электробусе, либо на обычном автобусе. А максималку давай, блядь, давай, родная, кочерга, сука, разгоняйся. Нет, скорее всего, по ускорению электробус будет быстрее. Так, максималка. А, максималка такая же, блядь. То есть разница, я так понимаю, только, наверное, по ускорению, потому что все-таки, я так считаю, то, что электробус максимальную скорость набирает быстрее. Так, залетаем на рублевочку, ебать, да ты шо? Мне так кажется, сейчас мы рублевку проедем и нас обратно в Южку отправят. Давай. Нормалды. Все, полетели. Короче, я думаю, поняли то, что маршрут как бы вот такой вот. Мы едем, получается, с Южного на рублевку Южного и с рублевки едем обратно в Южный. Ну что ж, ребятки, вот я переместился, получается, в Батырево. Давайте посмотрим, какие здесь маршруты. Так, городской по ПГТ Батырево. Давайте посмотрим, получается, именно электробус между городской, то есть Батырево-Арзамас. То есть, видите, везде как бы маршруты разные. Ну что ж, ребятки, вот я переместился в город Арзамас. Это последняя наша точка, где есть автобусы. Как вы можете заметить, на вокзале есть только автобусы обычные. Электробусов здесь нету. Но не переживайте, электробусы стоят на базе Далебочка, потому что, я так понимаю, здесь их разместить не смогли. Давайте посмотрим маршрут. Я уверен, что это городской, получается, маршрут. Ну да, городской по Арзамасу. То есть, в принципе, все понятно. Вот, получается, электробусы, которые находятся в Арзамасе. Как я и сказал, они находятся на базе дальнобойщиков. То есть, вот здесь стоит три электробуса, которые мы можем взять для работы. Арзамас Южный. Но, как вы можете заметить, как бы за чекпоинт платят одинаково. То есть, мне кажется, на каждом маршруте плюс-минус вы заработаете одну и ту же сумму. Поэтому разницы, я думаю, в целом, в принципе, нету.
Я, конечно, не буду там ехать, тестировать все маршруты, там, подсчитывать, сколько где можно заработать, но я уверен, что плюс-минус везде одинаково можно заработать, поэтому в маршрутах особо разницы нету. Возможно, есть разница в том, как вам больше нравится ездить. Либо там в Арзамасе, либо в Южном, либо в Батырево. То есть все уже зависит от вашего желания. Ну что ж, ребятки, на этом я буду заканчивать данное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я вам подробно рассказал, показал, что из себя представляет данная работа. Мы попробовали поработать на новых электробусах. Я вам показал, сколько они едут, как они там управляются и так далее. Мне в целом, в принципе, все понравилось. То есть по скорости они не отличаются, но по ускорению вроде бы как отличаются. Я вам, к сожалению, не показал полностью, как я работал один час, потому что, ну, к сожалению, меня крашило. Надеюсь, вы сильно на меня за это обижаться не будете. Оцените видео по достоинству, поставите лайк и подпишитесь на канал. Все подробные ссылочки будут в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ждите новые ролики, потому что будут реально классные ролики. Постараюсь выпускать ролики каждый день. Как вы знаете, вышло обновление, есть что снимать, есть много моментов для контента. То есть реально у меня много идей, много классных, поэтому подписывайтесь, не пропускайте ролики. Всех обнял, приподнял, всем пока-пока.